Проблема в том, что этот бласт еще наносит дамаг вышки. То есть, даже если инвокер отойдет, то башня все равно будет страдать. Да, башня может быть и будет страдать. Смотри, алхимик у нас стоит в лесу, будут, скорее всего, как-то контрить, забирать страза вивера. Прям качан у него бутылек. Вот, кстати, он заряжается. 4 секунды, 3,5. Влетает в него ботл. Успевает он зайти в инвиз, что у нас? Противостояние. У Джиггернаут в то время уже нету половины хп, дум, видимо, на него. А кто ставил сентри вот здесь? А, сентри у нас ставил блокобанда света. Ну, я понимаю, что они, а кто именно? Кто именно, я, честно говоря, не смотрел. А, если ставил ошибаюсь, Джакира. Джакира. Ну, слушай, он довольно-таки неплохо поставил вард, тем самым он не дает думу делать отводы, либо другим саппортам делать отводы. Да, это просто-напросто блок стака. Ну что, Джиггернаут, я не думаю, что сможет как-то пинать дома. Уже дом 4 уровня, на уровень больше. Все же дамага будет у дома побольше, мне кажется. Дамаг... Ну, слушай, когда дом прокачает, у него есть стан от мобов лесных. У него есть свой собственный стан. Плюс у него есть поджог земли. То есть дом будет получать очень больно. Да, дом будет получать. Мне нравится название третьего скилла. Левел? Просто с вопросительным вопросом. Знак. Ну, возможно, это какой-то баг, который Valve до сих пор не хочет фиксить. Так, что у нас? Апугна забирает, кладет себе ботл руны инвиза. Дум так и хочет, агрессивно играет в своей линии, хочет забрать у Джиггернаута. По-моему, он просто понимает, что Джиггернаут ему мало что сделает, тем более... Алхимик, да, смотри, дает раскастовочку, будет кидать своим... Свой ботл в визажане, тут Мирана не подходит. Мирана, будет стан. Вряд ли. Нет, будет стан, но нужно поровнее чуть-чуть сделать. Где у нас Леон? Да, Леон у нас может дать хекс. И это будет ФБ. Да, Фюзблад. Кстати, можно забрать еще Джакиру, есть хекс. Нет, есть стан. Что, в принципе, и минус Джакир попадает Мирана станом. Ну, мне кажется, стан это вообще лишнее было, потому что можно было догнать... Вот, прилетел у нас опять же Джакира. Можно было с этими двумя станами опять же забрать двоих. Либо хотя бы одного. Что, приходит Джиггернауту у нас промаксить разочек вард. Как-то быть на подхиле, там гусиков нету. Кстати, вот у нас Апугна уже нарезает своим бластом, хоть попадает краем, но 100 хп у инвокера как не бывало за раз. Так, все-таки я соберусь с мыслями, я переустановлю свою винду. Да, но только не сегодня. У нас сегодня играет на fgcl.ru. Так, а вот, в принципе, и Джиггернаут получил от Дума. У него осталось 193 хп. Угу. И Джакира приходит. Ну, Дума уже есть фейза. У Дума есть фейза. Так, алхимик все же, мне кажется, будет саппортов, закупается он смоками, опять же. По-моему, Дум не ожидал, что сюда пришел Джакира, он так спокойно выходит из леса и встречает его. Да, не дали. Хотя Думу он даже спокойно... его и не боится, слушай. Он спокойно просто стоит и фармит крипов. В принципе, ему нечего бояться. Сейчас хотя... может за это поплатиться, слушай. Мне кажется, да, он и должен... по-моему, поплатится. Или нет? 4 секунды у нас до КД айспатч. Нет, он выживет. Можно было бы его забрать, перейти, прийти вот так через вышечку. Сейчас ага, будет, скорее всего, забирать у нас вивера. На низу у нас забирает ПВ вивера. Стан, колба, стан, мираны. Стан, страйк. Довольно-таки слажно ребята играют. 0-3 у нас, считай, минута. Ну что, инвокер начинает уже пинать Апугну. Дает он кулснэп. Слушай, трипла пришла к бедному Думу, который просто перефармил Джиггернаута. Но в то время Дум обузит ботл. Дум у нас перефармил вообще всех. Даже мидеров на буквально 8 крипов. Шестая минута, у команды Easy Gaming уже перевес в 2000 по опыту и в 3000 по голде. Хотят ребята забрать дома, прячется в лесу Джакир с Джиггернаутом. Думаю, это Джиггернаутом? Прекрасно. Ой, Джиггернаутом. Джакира с визажом. Ну, смотри, подходит у нас, это будет, скорее всего, минус дом. Можно будет забирать. Хотя нет. Но он еще попытается убить Джиггернаута. Да, но смотри, летит у нас там Пугна, будет спасать она как-то Джиггернаута. А, она спасет. Да, подходит у нас алхимик, нет, все же Джиггернаут. Минус алхимик.
Ну не знаю, можно было бы того же стан попасть в Джакиру и... Слушай, Doom выживает из всего этого замеса, и сейчас... Да, и сейчас огребет у нас Визаж. Еще, да, умрет Визаж и умрет Пугда. Насчет Пугда я не знаю, у нее... Кстати, да, вот у нас подходит у нас Леон, Кекс, стан. И можно забирать у нас еще и Пугу. Подходят ребята от Бласта. Нету стана, нету маны. КД 5 секунд до у Леона. Нет, ребята, нужно отходить. Ну, слушай, ребята втроем попытались убить бедного Дума. К нему просто на помощь пришел Алхимик с Леоном, и они же забрали этих двоих. Да, мне напомнило игру, когда Тимирсау пытались гангануть вдвоем, в итоге он сам их слил. Либо игру до ПВЗ, когда у нас на топе убивали бедного Бристлбека втроем. Ну да, в итоге Бристл... Да, в итоге Бристлбек сам разогнал минус 2 и практически сделал трипл. Но отпустил, не стал он лезть уже под... Т3. Нет, там даже не Т3, он зашел за Т3, не стал он лезть по центральной вышке. Инвокер, в принципе, прекрасно чувствует. У него уже есть фейсбуц, есть 1200. Будет, скорее всего... Что это будет? Мидас, мне кажется. Мидас, ветерок. А, вопрос. Для чего вот здесь стоит два варда? Вот у меня вот такой... непонятный ступор сейчас, зачем они тут нужны. Один обычный, другой полить ихние варды, если они есть. Ну я не думаю, что он здесь вообще нужен, может быть. Либо полить того же Вивера. Честно говоря, не знаю, не знаю. Учитывая, что варды под своей вышкой, инвокер может накастовать полснэп и прекрасно под фазаем отойти. Вот, кстати, у нас ботиночек появляется у Джиггернаута. Ну что, да будет у нас забирать так, опять же Пугну. Дум собирает себе мед. Даже... Пугну у нас опять же отлетает, дает он бласт. Сносит он пол хп алхимику с инвокером, отхиливается у нас ласточкой. Нет, извиняюсь, ласточкой ботом. Алхимик сейчас даст колбу. Да, алхимик просто подождет раскаста колба до конца, но успевает на себя кинуть второй скилл Пугна. И заберут у нас алхимика. Инвокер также может ухватиться, если быстро бьет, да, подходит у нас Джиггернаут, юзает ульту. Ну что, Дум находит Джиггернаута, будет Дум забирать, но и... Бежит он на своих тиммейтов. Как-то надо спасать. Ну что, еще один удар, и, в принципе, Джиггернаут может умереть. Да, Джиггернаут у нас уже умирает, забирает его. А, нет, не отдает его Пугна. Неплохо бы Пугна. Но все-таки он умрет. Тут быстрее, мне кажется, курица может умереть, дает ей ускорение придают. Слушай, Дум вообще, по-моему, не чувствует то, что его бьют. У нас Дум бесстрашный, он фармит себе, что это, мека будет? Да, это будет мека, наверное. Ну что, тем временем нас забирает опять же прекрасный вивер, Хекс, два стана в исполнении Леона и Мираны, и это минус вивер. Отлетает он, можно сказать, по КД, 1600, 1700 есть практически у Мираны. Дела просто идут прекрасно, 10-я минута счета 2-7, в пользу команды ЕСГ. Ну и на 10-й минуте у нас перевес уже по опыту в 3000. И по голде. Дум, ой, Дум. 4,5. Алхимик у нас ходит в инвизию. Будет высматривать жертву. А кстати, смотри, Пугну у нас практически забрала. Сейчас, возможно, могут убить Дума все-таки. Да, и, возможно, его убьют. Все же его в любом случае надо убивать. У него опять же прилетела бутылочка, тем он отопьется, и он уйдет под свою вышку, есть у него фейза. Кстати, вот Вивер может сейчас поплатиться очень хорошо через 5. Нет, у него нету Дума. А Кура никак не может до сих пор отхилиться. У бедной Куры 34 хп, она... Но она летает туда-сюда, она приносит баночку. Она спасает Думу постоянно. Так, подходит у нас Леон с Алхимика, будут забирать опять бедного либо Вивера, либо Визажа. Ульты у Вивера уже нету. В принципе, у Визажа также нету маны, у 4 уровень, его можно забирать без проблем. А. Миран дает у нас инвиз, колбочку сразу у нас кастует Алхимик. В бедного Вивера просто максимальный рассказ, можно было бы что-то оставить и на Джиггернаута, который также надо забирать. Мне кажется, его и так заберут. Да, его в любом случае заберут, если он не сделает, конечно, тэп-аут. Но тут у нас сделает тэп-аут, 2 секунды у нас остается, колбочка, влетает колба, стан. Или он у нас уже доминирует. Ну что ж, красивая игра от команды ЕЗГ. По-моему, игра закончится к минуте к 25-й такими темпами.
Вообще, либо ребята быстрее напишут ГГ. Да, мне кажется, уже пора ГГ. Нет, хотя тут можно, нету замесов 5-5. Но учитывая того, что у ребят больше контроля, есть стан, есть даже, сколько у нас получается, 3 стана, ульта Дума, есть Кекс, Full Snap Invoker, и ну, размены могут просто быть 1-5. Я хотел узнать другое. У нас игры сегодня будут BO2 или... Нет, это BO1, это Fast Cup. А, ладно, я это не знал. Алхимик отражается в сам себя, но у него есть ульта, в принципе, восстановил 51 регена в секунду, это даже очень хорошо. Очень больно получает, много дамага получает лидер от Мираны. Миран, кстати, идет у нас на Мантастелл, в принципе, это обычно. Джекейр у нас с пугной идет в смоки, будут они гангать Мирану. Но Миран у нас пропалила, дает стрелу, промахивается. Такой небольшой засветик и отходит под свою вышечку. Ну вот, Дум себе собрал меку. Да, наконец-то Кур у нас отхилилась. Интересно, что будет собирать Леон? Неужели это будет фаст аганим и потом догон? А, вполне как вариант, что у нас? Поймали у нас Мирану, надо ей как-то прыгать, не успеет. Так. Ей сейчас поможет Леон. Пойди, у нас Леон подходит, да, Леон подходит, еще с разворота будет стрела, но стрела опять же никуда не попадает. Ну это, скорее всего, стрела была. Смотри, на находит у нас что... наверху джаггернаут и контролит минус джаггернаут, можно минус визажа, санстрайк. Санстрайк у нас помахивается, и думаю, нас опять же доминирует. Так, дает опять у нас Мирана ульт. Кстати, вот сейчас у нас в одно лицо Леон будет забирать... Да, уже забрал нас Леон. Да, он заберет. Просто издевательство. Нет, ну слушай, у него стан бьет 260, плюс ульта 600. Да, у нашего вивера, наверное, на КП 700 всего, если не меньше. Пытается что-то вивера сделать. Сколько вивера? Нет, я тебе пока не скажу, сколько вивера. А я уже думал сам посмотреть, алхимик у нас... Купил наконец-то сапог, будет это, скорее всего, что-то у нас может быть. Собирает себе алхимик, скорее всего, медальку, пытается у нас забрать. Слушай, у бедного вивера всего 800 кп. Да, уже 800, но у него было только что 682. Ну что он себе купил? Скорее всего, он купил себе Стрэндж, свое колечко. Забрали у нас Леона. Леон нас забрал Джаггернаута, если не ошибаюсь, да. А дома у нас как бессмертный ходит, он царь и бог по всей карте. Его, по-моему, да, 4-0-3 у него счет. Сколько раз пытались его убить, ни разу попытка не приводила эту к успеху. Медалька летит у нас у алхимику. Так, а что у нас летит к Думу? К Думу? Да, к Думу прилетела бутылочка маны, прилетает у него опять ботл, появляются барабаны. И будут ребята забирать, скорее всего, пугну. Будет кол снэп. И рассказ алхимика. Это очевидно. Нет. Подходит у нас Леон под инвизом. Ребята расходятся. Вот у нас ПТ появляется у алхимика. Кстати, мне кажется, алхимик все же будет перетекать плавно в саппорта. Ой, в саппорта, а в кэрри. Мне кажется, вряд ли. Хотя есть Дум, есть Леон, почему бы и нет? Да, почему нет? Есть инвокер в крайнем случае. У него уже, кстати, 2700 голды. Мне кажется, на что? На что? Это будет либо Divinity. Хекс, либо Шива. Нет, это будет Divinity, скорее всего, будет второй ветерок. Мне кажется, вряд ли. Ну, Хекс, я не думаю, что он тут нужен. Тут и так достаточно контроля. Можно лучше спасти какого-то тиммейта своим ветерком. Слушай, по-моему, тут спасение и так никому не нужно. Да, особенно Думу, у которого уже есть 1700 голды. Это сейчас упадет у нас вышечка. У Мирана уже есть 2000, у него практически есть ультимейт. Да, и все-таки это будет... Все-таки это будет Хекс. Ну что, Хекс, за сколько он там стоит? Остается ей всего ничего. Осталось накопить 1800 голды. За один замес она сфармит себе буквально половину. Плюс еще есть вышка, которая меньше половины хп. И минутик 19. А Дум в это время гоняет бедного Джаггернаута. В принципе, ему нечего гонять, Джаггернаут и так умрет у нас. Да, он и так уже. Ну, просто напоследок так. Так, а где у нас покарали пугну? Алхимик бедный разряжается в себя. Нет, у него теперь 8 секунд КД.
Что-то попутали ребята, подошел у нас визаж, что-то остается у него буквально 260 хп, юзает.